Привет. Все, снега нет, только грязь. Расквасила, растаяла. И опять плюс 3 тепло сегодня. Сегодня воскресенье. Хотела день начать с приятного. Ну, начну сейчас из неприятного. А остальное все пойдет, как и дальше было. Значит, с сегодняшнего дня я отключаю под видео все комментарии. Дело в том, что начинают под видео, я скажу, грубо сраться. Сколько скрытых комментариев, которые YouTube скрывает даже от меня, я уже об этих комментариях молчу. А наводить беспорядок под моими видео я не допущу. Потому что я хозяйка канала. Никто не будет мне указывать, на каком языке мне разговаривать. Никто мне указывать не будет. Так что, что хотите, приписывайтесь, отписывайтесь, делайте, что хотите. Мне абсолютно все равно. Я комментарии отключаю. Не хотите, не смотрите. Вас никто сюда силком не зовет. Вас никто не приглашает. Я ни в одном из видео не... Вас не приглашаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вы, по-моему, ни одного слова об этом не слышите. Мне абсолютно все равно. Ставите вы лайки, ставите вы дизлайки. Абсолютно все равно. Канал у меня абсолютно не политический. Только о моей жизни, о растениях. Зачем вы приходите и начинаете склоки вести в комментариях? Это мне абсолютно ни к чему. Хотите, смотрите другие каналы, где разговаривают о политике, о чем-то там другом обмусоливают. Пожалуйста, я не против. У меня такого нет и не будет. С сегодняшнего дня в комментарии я отключаю. Ну, на этом все. Надеюсь, что у вас хватит здравого смысла. Все мы люди, все мы человеки, все мы сейчас на взводе. Не надо вот этого разглагольствования в комментариях по поводу, как кто кому разговаривает. Абсолютно. Мне это безразлично. Теперь все. Теперь будем о хорошем. Вчера делала молочный коктейль. Или как можно сказать, смузи. Или как я сделала с молока. У меня есть замороженная клубника. Еще у меня там осталось, по-моему, на 2 раза. Да, я разделила кулечки на 2 раза. Молоко вчера вылила в блендер сначала клубничку. О, какая она. Смузи получилась. Вылила. Ой, вкусненькая. Высыпала клубнику в чашу блендера. Вот эту. Вот эту сохнет. Расколотила с небольшим количеством сахарка, а потом добавила молочко. Ой, какая вкуснятина, как летом прям, как летом. Да. Вчера почти, наверное, литру и выпили, осталось тоже пол чашечки. Вкусная-вкусная, можно и с малинкой так тоже сделать. Я прямо замороженные ягоды, оно получается как такое, знаете, как смузи. Густенькая, с молочком вкусненькая. Коты мои пошли гулять, наелись и все шагом парш. 2 на улицу, Умка на балкон. Кто куды? Умка не захотел на улицу. Что я вчера еще делала? Это заморозила фасоль. В той морозилке у меня еще там хранится свежая фасоль. Взяла ее... Замочила на ночь, утром поставила, отварила, она остыла, целая кастрюля фасоли получилась. И как я и раньше делала, по кулечкам, на 6-7 кулечков я разделила и в морозилку заморозила уже готовую отваренную фасоль. Теперь если буду там больше варить или что-то там еще такое, можно просто достать, сразу бросить уже готовый продукт. И не надо специально варить. Я почему так навариваю наперед фасоль? Потому что, ну так, захочется борща сварить с фасолью.
А забудешь ее заранее, заблаговременно замочить, чтобы она быстрее сварилась. Потом, пока этот борщ сварится, это надо долго стоять, пока это все приготовится. А так все как обычно готовлю борщ, а потом уже в конце фасоль кинула, не надо специально отдельно варить. И я сварила большую кастрюлю специально, чтобы было что заморозить. Я так уже делала ее не первый раз, мне нравится. Всегда готовая фасолька под рукой, когда надо, тогда и берешь и пользуешься. Я опять притащила с лестничной клетки цветок. Знаете, какой красавчик. Наклонился в него центральный стебель, хотела его облагородить и что-то придумать. Такой 6-литровое ведерко большое, но он наклонился, наверное, он уже не поднимется. Как обрезать его правильно, не знаю, но буду действовать интуитивно. Он наклонился, я думаю, он уже не поднимется, не станет вверх. Он так давно уже, я его и подпирала, все равно упал. Но я сейчас, наверное, все ветки, которые вот внизу обрежу, которые касаются уже земли. А там буду смотреть, что с ним дальше делать. Обламывались. Не хочет он у меня стоять. Он уже давно растет. Он рос у меня в квартире, потом я его вынесла. Подъезд растет в подъезде. Не знаю, верхушку. Я думаю, так теперь вот эти будут пускать вертикальные побеги и будет расти. О, умочка пришел. Расти он будет вверх. Но жалко, что центральный ствол наклонился. Очень жаль. Да, умочка, тебе жаль? Скажи, мам, мне все равно. Что там у тебя наклонилось? Куда тебя наклонилось? Ты мне лишь поесть давала, да? А, вот эти, которые пообламывались, сами попускали корни, поприживались. Никто их специально не присаживал. О, какой он живучий. И он там у меня стоит на сквозняке. Никакого ему, считай, ухода нет. Ой. Заныхая на цветочек. Может быть, ему какую-то опору сюда надо. Накренился здорово в сторону. Много зеленой массы с одной стороны. И он перевешивается, как неваляшка. Вот эти уже боковые побеги уже начали так вверх расти. Есть каналы, которые занимаются вот этим цветком. Есть интересные каналы, но я что-то на этот цветок не очень падкая. Он растет себе и растет. Еще не цвел. Хотя, говорят, он цветет. Как-то тебе надо зеленую массу немножко убрать. Ты очень тяжеленький. Жал. Надеюсь, я хуже тебе не сделаю. Так, один край обрезала. Сейчас буду второй край обрезать. Может быть, тут что-то тебе еще, наверное, тяжеловастенько. Я думаю, потом вот это все пускай уже и будут они в стороны смотреть. Что же сделаешь? А вот эти вертикальные потом уже будут наращивать себе массу. Сейчас я еще с этой стороны немножко его подстригу. Все-таки немножко ему будет полегче, не так будет. Перевес большой. Я бы его как-то бы еще подвязала к колышку. У меня тут колышек когда-то выламывала. Подвязать бы его к нему, чтобы держались вместе все вот эти веточки. Сейчас чем-то подвяжу. Thank you.
Ну вот, совсем другое дело. Зелененький он был. Я его подкормила, подпоила, обрезала. Ну что тебе еще надо? Прости. Там у меня еще один есть кандидат на подрезку, на... Ну там похуже, он подмерзший. Ну, сейчас я этот отнесу, а тут принесу, посмотрим, что с тем делать, дружком. Ну все, ему теперь полегче, тут такая крона свистала. Вот, не знаю, вот это мне не нравится. Вот это мне не очень нравится. Сделать ему еще полегче. Будут еще расти вверх теперь побеги. Все, пока вот так. Вот еще один красавец, только не знаю. То есть я знала, как он называется, но я забываю. У него такое заковыристое название. Как у него такое имя заковыристое. Что я не забываю, я не могу запомнить его название. Я напишу на горшку название, чтобы не забывать, кто это. У меня там еще один стоит, но тот в лучшем состоянии. Вот этот похуже. Я так вообще хотела его удалить, но не знаю, оставлять его или нет. Мне вот этот горшок большой нужен. Я вообще-то хотела посадить в этот горшок несколько штук горького перца. Там у меня уже такой стоит, что можно его пересаживать. А вот горшочек такой как раз бы и подошел. Вот. Я еще посмотрю. Может быть, я даже его и выкину, вот этот цветок. Может быть, и не выкину. Я его так подвязала на палку. Он лезет вверх. Земля тут сырая, побита все. Я его давно тоже пересаживала. Ну, я его пересаживать сейчас не буду, так как я еще не могу придумать, может быть, его отпустить в свободное плавание. Может быть, его заложить колечком в горшочке. Может быть, его вот так сложить, не подвязывать его. Вообще-то с цветами это милое дело, знаете, можно делать что угодно. Они такие красавцы, что послушные. Может быть, его вот так положить? Он гостит корешки бочком. Девчонки, напишите, что ему делать. А вот это, ну, вот эта палочка подпорка, а вот эта палочка рос у меня авокадо. Он листья все сбросил, а палочка с корнем стоит как подпорка. Все равно, ну, он уже не живой, он так служит мне упором. Убором в этом деле для цветов. А что, если вот так его заложить? Вот так, кругом горшочка. Может быть, он пустит корешки, укоренится. Вот. Прижать его, пришпилить чем-то, да? Можно даже и землей так придавить. А я попробую. Я никогда не видела, как за ним ухаживают. Честная пионерская. Сейчас его подвяжу. В любом случае, если ему тут так будет хуже, чем было, то я его выброшу, мне горшок нужен. А поэкспериментирую сейчас. Может быть, ему лежа понравится сидеть в горшке, не стоя. А я его стоя. Такие листья у него интересные. Ну, чего-то... Я люблю цветущие комнатные цветы больше. Вот эти, которые не цветут, мне очень не нравятся. Ну, кому что. Кто что любит. Конечно, от всех цветов куча мусора. Но как без цветов? В квартире становится тогда
доме становится уютней, когда есть живые цветы. Уютнее, теплее. Мы тем самым создаем уют в доме. Хорошо, выбор большой цветов, разных. Разных, прекрасных, на любой вкус и цвет. Хочешь, выращивай маленькие, хочешь большие, хочешь какие хочешь, такие выращивай. К чему душа лежит, правильно? Я хочу в этом году вот это выращивать, я выращиваю. На следующий год мне что-то захотелось новое. Умочка, что ты там? Я что-то новое выращиваю. Знаете, вкусы иногда меняются, они постоянно. Хочется что-то нового, что-то лучшего. Так человек устроен. Всегда ему что-то мало и мало. Все, я ему вот так устроила. Лежбище. Посмотрю, что с ним дальше будет. Пока опору оставлю. Если ему не будет нравиться, я его потом подниму, к опоре подвяжу. А если понравится, пускай себе лежит. Ну, пока так сделала. Вот так. Вот теперь пошли на площадку.